Стоим в поле с братом Колей на семи ветрах. Друг на друга, автоматы, пальцы на курках. Кто тебе шепнул на ухо, на груди пригрелся гад? Что ты забыл, Колян, братуха, забыл, что я твой брат? Ты забыл, сколь нами вместе прочитано? Мы с тобой в одних пеленках да соплях. Ты забыл, братан, что там под Черниговым мама Тоня нас с тобою родила? В детстве вы увлекались спортом. Поступали вы на международные отношения МГИМО. То есть вы 5 лет потом в Северной Корее дипломатом служили. Угу. Писательская деятельность, несколько книг, да, в соавторстве. То есть у вас сказки и стихи, насколько я знаю. Совершенно вот разные направления. И главным своим призванием вы выбрали музыку. Если представить, что у вас появилась возможность прожить еще одну жизнь, вы бы повторили эту или, возможно, выбрали бы совершенно другую жизнь, другую профессию, возможно? У Ницше есть такая очень короткая и емкая формулировка. Мое представление о счастье. Да, нет, прямая линия, цель. Я считаю, что это идеальная жизнь. Очень редко можно прожить идеальную жизнь, могу я вам сказать, как человек, большую часть этой жизни уже точно проживший и видевший огромное количество людей, уже закончивших свою жизнь. Могу вам сказать, что, оглядываясь, мне кажется, что все в моей жизни было закономерно. Но самые главные моменты, самые основные моменты, даже тогда, когда они казались мне тогда случайными или неправильными, неоправданными, потом вставали на четко свои места. Кинчев в интервью Дудю говорил, что всем доволен, но это было 3 года назад. И Дудь тогда ему возразил, мол, как рокеры должны все время протестовать против системы. И он еще сказал интересную мысль, что это журналисты придумали клише, что вот рокер — это обязательно бунтарь. А вот почему вы не бунтарь? В сложившейся ситуации тем более, вот если в этом контексте рассматривать. Я думаю, что каждому времени жизни своя функция. Вообще-то, по логике жизни, бунтарить должны молодые. Есть даже и высказывание известно, да? Это вообще нормально. Да. Это нормальное явление жизни. Если человек в раннем, в юном, ну, вплоть до среднего возраста, не имеет в себе бунтарской закваски и каким-то образом ее не выражает, ну уж, а в музыке-то это уж точно ты можешь выражать ее, да, она, собственно, рок-н-ролл или там рэп, неважно, это острая должна быть музыка, все равно, она должна иметь этот привкус. Значит, у тебя что-то не очень в порядке с психикой. Ну и вообще со своим строением внутренним что-то не очень в порядке. А если ты в возрасте более чем зрелом продолжаешь также бунтарить, значит, у тебя тем более что-то не в порядке с твоим внутренним составом. Потому что, начиная с определенного возраста, нужно задумываться о гораздо более вечных вещах, чем просто социальное бунтарство. И нужно уже понять к определенному возрасту, что никакой социальный бунт отдельных одиночек ничего никогда не решает в общей огромной масштабной социальной жизни.
Ну вот смотрите, Шевчук, Макаревич, им уже тоже далеко не 17, но у них такая антивоенная позиция, и они продолжают бунтовать. Но Шевчук, он последовательный, во всяком случае, он всегда пел про против войны, да? По-моему, в каждой песне есть слово «война» у него, да? Если через одну, так точно. И вот есть такой ведущий Артем Шейнин, он ведущий программы «Время покажет» на Первом канале. Он написал пост не так давно о Макаревиче. Звучит он так. «Сегодняшний Макаревич не имеет никакого отношения к тому, песни которого мы пели. Того Макаревича больше нет. О нем осталась память, остались песни, остался кусок нашей души. А этот злобный, всем недовольный, местами подлый пожилой человек, сбежавший в Израиль, кто он мне? Кто он нам? Да никто. И он точно никто тому Андрею Макаревичу, который стал частью нашей жизни». Согласны с его словами? Достаточно резкими. Ну, слова достаточно резкие, без сомнения. Но не забывайте при этом, что Шейнин, во-первых, сильно младше Макаревича. Во-вторых, он все-таки не из нашего цеха человек. В нашем цеху существует такое негласное правило. Вообще-то плохо говорить о коллегах по цеху нехорошо. И даже не потому, что ты рано или поздно можешь пересечься с этим человеком, а просто есть какая-то этика. Понимаете, этика есть. Если он сильно меня младше, я могу, конечно, о нем сказать более объективно. Если я хочу сказать что-то отрицательное, и то я должен сделать это довольно аккуратно. Вот, но все-таки это другое поколение. Но если это плюс-минус мое поколение, то что бы ты ни думал о коллеге, ты можешь сказать, что ты с ним не согласен. Вот я не согласен с Макаревичем, я не согласен с Шевчуком. Это я могу сказать совершенно четко и откровенно. Причем и с тем, и с другим я не согласен по-разному. По-разному, но не согласен. А просто так поливать своих коллег моего примерно возраста отрицательными эмоциями, и тем более делать это на публику, а мы же все равно с вами беседуем на публику, иначе какой смысл нашей беседе, я считаю, некорректно и неправильно. Ну вот вы в интервью Захару Прилепину говорили, что с Крымом случился этот водораздел, да, когда вот одна часть вашей рокерской тусовки были за, другие против. За это Цукачев, вы, Кинчев, да, Шахрин плюс-минус, наверное, да, против Макаревич. Сережа Галанин. Против Макаревич, Би-2, Диана Арбенина тоже записывает такие пацифистские песни. И кто еще там? Ну, Шевчук, естественно. Вы сказали, что не склеите эту чашку, она все разбилась, и вы общаться не планируете, да? Вот политические убеждения для вас важны, да, при общении с человеком? Или можно дружить тут с человеком других взглядов? Мне, потому как я сделан, как я скроен внутри, невозможно дружить. Может быть, кто-то другой может, и я его не буду осуждать. Но просто... Понимаете, когда ты общаешься с человеком, а не просто случайно с ним встретился, ну, скажем, даже, например, на фестивале. Это все-таки более или менее случайная встреча. А общение – это нечто такое, к чему мы оба шли. Мы хотели этого общения, попить чайку там. Ну, вот это я имею в виду. Ну, нет, конечно. Ну, естественно, если я знаю, что я настолько занимаю другую позицию по отношению к... Ну, Крыму хотя бы даже, например, да? Чем это занимает вот этот человек? Ну, как мне с ним общаться? Ну, на какую тему? Близкими друзьями мы ни с кем из них не были, о ком вы сейчас говорите, кто занял другую позицию. Не были никогда. Да, конечно, мы со всеми так или иначе, рано или поздно, когда-то пересекались. Ну, можно пересечься как бы по-дружески, там, обняться, там, ну, давно не виделись, да? Может быть, даже там немножко поговорить. Вот, ну, на какую-то тему, мало ли, там, творчество или еще что-то, о погоде, там, о природе, о чем угодно. А можно даже, когда ты встретился случайно, ну, так, кивнул там,
друг другу. Таких у меня было парочка уже раз. Все-таки со времен Крыма-то прошло. С 2014 года по нынешний. 8 лет. За 8 лет, конечно, я с кем-то из них там пару раз пересекся где-то. Вот. Ну да, теплого общения просто быть не может. Его не может быть по определению. Это важные вещи, понимаете? Важные вещи, которые, отношение к которым нас развело просто реально по две стороны баррикад. Я считаю, что за Крым было пролито столько русской крови, что просто он по всем законам не может не быть русским. Что бы там ни было, кто бы там чего юридически не говорил, как это сделано правильно, неправильно, там закономерно этот референдум, принимаются ли его итоги, неважно для меня, принимаются его итоги, не принимаются. Крым русский. Все. Точка. У них другая аргументация. Меня она даже по большому счету не интересует. Да, конечно, я могу где-то ее когда-то прочитать, но вот так специально рыться, какая у них аргументация на абсолютно для меня понятную тему, мне не интересно. Я просто знаю, что она принципиально другая. Ну и что тогда мне с ним обсуждать? Чего мне ему доказывать? Он меня не переубедит. Я его, скорее всего, тоже. Тогда зачем тратить силы, энергии и время на бесполезное занятие? Стоим мы двое с братом Колей на берегу Днепра. Ты на левом, а я на правом. Почему же так? Жаль, без потерь не будет сладу. Поймешь ли без гранат, что ты за тех, а я за правду. Вот оно-то как. Ты забыл, как друг без друга было туго нам. Когда я в Белгород рванул, ты загрустил. Ты забыл, Колян, забыл наш Грайворон, где ты мою Полинку крестил. А вот в заключение темы про бунтарский дух рокерский, вот Розенбаума, опять же, он у Собчак сказал, четверостишье, что рокеры сейчас... Ну, в общем, там смысл до первой государственной награды. То супротив, то чистый пид***. За нами правда, с правдой нету сладу. Бунтуют рокеры. Я наблюдал не раз. До первой государственной награды. У вас звание заслуженного артиста, насколько я понимаю, в 2015 году вы его получили. Да, по-моему, да. А как вам такое выражение, Розенбаум, что вот до первой государственной награды? Или вы не связываете эти вещи? Наши оппоненты идеологически скажут, вот вы придерживаетесь такой позиции, потому что... Вот вы хотите наград, вы хотите призвание от государства, признание, вернее. Поэтому вы вот за Крым и за Донбасс. Что вы ответите таким людям? Ну, я же только что ответил свою аргументацию по Крыму. Вот только что, прямо вот до этого вопроса про русскую кровь я говорил вам, да? Ну, но люди образом? Вам не поверят. Но уж а это, знаете, не моя проблема. Угу. Что мне кто-нибудь поверит или мои недруги мне не поверят. Вот, например, Артем Троицкий, с которым мы, как вы знаете, разошлись, через какое-то время сказал, я знаю, я не цитирую, но примерно так, я знаю, Скляр это делает по убеждению. Значит, он сумел это во мне разглядеть, что он, будучи совершенно со мной не согласным, понимает, что я имею свои убеждения, и эти убеждения никоим образом не связаны ни с какими государственными наградами. Mm-hmm. Понимаете, какое дело? Другой вопрос. Да, с определенного возраста мне показалось, что это правильно. А почему, собственно говоря, Макаревич может быть народным артистом России?
А Александр Эвскляр не может быть заслуженным. Ну, просто иметь определенный статус. В глазах даже таких людей, которые так же, как Андрей Макаревич, или вот вся, так сказать, линия этого направления, да, может оправдывать его звание, но будет накидываться на мое. Почему, уважаемые друзья? И когда меня спустя некоторое время после получения награды, а это награда, заслуженный артист Российской Федерации, позвали на сугубо вражеский канал «Дождь» телевизионный, я именно так это и сказал. И ничего мне не смогла девушка-интервьюер на это возразить. Ничего. А что должно произойти в стране, чтобы вы захотели выйти на улицу с протестами или даже возглавить протест, стать его рупором? Вот что должно произойти? Или ни при каких обстоятельствах это не ваш путь вообще? Мне трудно сказать, что должно произойти в стране, чтобы я захотел выйти с каким-то протестом. Во-первых, я уже не в том возрасте, чтобы выходить с протестом. Но быть агитатором из публичных медийных персон... Я уже не в том направлении размышлений своих творческих, чтобы быть агитатором. Я с агитацией закончил примерно, ну, наверное, примерно во времена окончания «Учитесь плавать как движение». В начале 90-х мы его создали. Ну, 10, скажем так, 15 лет оно просуществовало. И все-таки сейчас, уже 15 лет, как я вышел из этого состояния души и по-другому ощущаю себя и как артист, и как творческий человек, и как гражданин, и как вообще творец. Понимаете? Мне это сейчас не нужно. А вот что должно произойти со страной? Я вам могу сказать, что может произойти со страной, чтобы я вышел ее защищать. На нее должны напасть. Тогда я, вне зависимости от своего возраста, ее буду защищать с оружием в руках. Угу. А вот что должно произойти со страной, чтобы я вышел на какой-то бунт, пожалуй, что не отвечу вам. Опять про награды, вот заключительное. Нужно ли лишать наград тех, кто против страны в данный момент? Вот те, кто уже получил, вот либеральные какие-то товарищи, звезды вот там. Ну, если даже брать не музыкальную, да, историю, а вот там против Поклонской постоянно, давайте ее лишим всего, она там... Любит что-то заявлять раз в недельку, интересно. Ну, рассуждая в рамках искусства, наверное, можно припомнить Тараса Бульбу, который «Я тебя породил, я тебя и убью». В общем-то, государство, которое давало награду, в принципе, может принять решение, и оно будет вполне легитимно, и самое главное, оно будет по совести, лишить этой награды. Поэтому вот такого как-то, знаете, сугубо глубинного противоречия я, пожалуй, здесь не вижу. Можно. Но, наверное, принять это решение должны те же люди или, скажем, те же структуры. Люди же могут меняться там. Когда Макаревич получал? При Ельцине, да, предположим, да, а сейчас Путин. Но все равно президент – президент, да, то есть статус тот же. Кто принимает решение там или подтверждается это решение кем там? Государственной Думой? Ну, значит, Государственная же Дума и должна лишить такого-то или такого-то, то есть она может принять такое решение. Я думаю, что это допустимо. Вы неоднократно ездили на Донбасс. Случалось ли с вами такое, вот, что, возможно, после разговора с каким-то человеком оттуда или ситуация, возможно, какая-то произошла,
которая поставила бы под сомнение ваши взгляды? Вот вы засомневались. Вот что-то там, может быть, произошло, или человек вам что-то рассказал там, на месте. И вы задумались. Если говорить конкретно про Донбасс, то точно такого не было. Каждый раз, когда я туда приезжал, мое ощущение трагедии, несправедливости колоссальной, оно только усугублялось. И как раз те люди, с которыми я там виделся, они это транслировали таким образом, понимаете? То есть у меня не было ни одного случая, чтобы я приехал, думая так, а уехал немножечко с каким-то, ну, что-то такое меня там покоробило, что-то не так, что... Нет, такого не было. Такого не было. С Донбассом точно не было. А вот тот же Розенбаум говорил о Собчак, что готов спеть для украинских раненых. А вы готовы? Вот вы сопереживаете вообще украинским солдатам? Конечно. Конечно, сопереживаю. О чем вы говорите? Это колоссальная трагедия. И когда ты начинаешь пытаться это все проанализировать, с одной стороны, ты понимаешь, что, видимо, эта война была все-таки неизбежна. Но с другой стороны, представить себе, как мы проросли друг в друга, даже порой трудно. Понимаете, поэтому это долго будем мы ту рану зализывать, только видно вот рубец не убрать. Это написал Виталий Аксенов в своей песне «Ты забыл, брат». Это высказывание его поэтическое и музыкальное я услышал спустя, наверное, неделю после начала войны, спецоперации. Она меня совершенно, эта песня, пронзила. Я понял, что лучше я пока не могу это сформулировать. Поэтому, немножко походив с этой песней, я в конце концов нашел его телефон. Я ему позвонил и попросил разрешения эту песню исполнить. И мы ее исполнили, сделали группой «Ва-банк». Сейчас готов клип, уже он совсем-совсем скоро будет представлен публике. Стоим мы с братом, с автоматом, с гневом на лице. Прости, Колян, но я не смог остаться в стороне. Это тоже брат, моя земля, здесь где-то лежит и мать. И знай, врагу я не отдам ни метр и ни пять. Ты забыл, братан, как мы пахали, сеяли, как скач под волновахой на конях. Что же мы с тобой, братишка, наделали, что теперь стоим на разных сторонах? Этот рубец останется вообще навсегда, что бы ни произошло с нами. Но если вы меня спросите, готов ли я поехать с концертом для раненых с той стороны, я, наверное, скажу, что я тоже готов. В первую очередь, конечно, я готов и езжу с концертами для нашей стороны. Я считаю, что если Вакарчук с той стороны может выступать для своих, то я, как артист, представитель этого народа, могу и должен выступать для своих. Но если вы спросите про раненых, которые есть и с нашей стороны, и с той стороны, я считаю своим священным долгом выступать для наших раненых. Но если вдруг представить себе такую ситуацию, что можно будет выступить для их раненых? Да, наверное, я готов.
Говоря о Советском Союзе, вы так не очень хорошо о нем отзывались, что это была удушающая система, маразматическая система, и что вы испытывали эйфорию, когда распался Советский Союз, как и ваши коллеги многие. Вот прошло столько лет. Не жалеете, что говорили так, что чувствовали так? Все-таки, мне кажется, много и хорошего было в то время. Открытий было много, и жизнь все-таки была, мне кажется, чуть-чуть получше. Ну, вы знаете, так мы это с вами, конечно, можем очень глубоко погрузиться во все эти реалии, так сказать, ушедшего Советского Союза. Только весь вопрос, нужно ли это кому-нибудь? Мы же сейчас с вами беседуем в нынешнее время, 2022 год. Понимаете, для молодого поколения рассказывать, чего там было хорошее в Советском Союзе, это надо слишком долго. А если вот подытожить просто и вот коротко сказать, все-таки старшее поколение меня поймет. Вот. А если сказать для молодого поколения, вот для более молодого, который не застало Советский Союз, я могу сказать, что эта система, конечно, все равно убила себя сама. Понимаете? Она, видимо, все равно дошла до какого-то конца своего этапа, своего цикла. Вот. И как бы нам не было сейчас жалко того хорошего, что было похоронено под руинами Советского Союза. Но это уже пройденный этап, это уже произошло. То, что пришло ему на смену, зачастую гораздо страшнее, ужаснее, циничнее и грубее. Но держаться всю жизнь вот за эту память обломков Советского Союза, ну, конечно, это моя молодость. Ну, конечно, это мои лучшие годы, которые лучшие, самые романтичные, самые искренние, самые чистые. А понимаете? Какой самый вот счастливый год в вашей жизни? Ну, наверное, я думаю, что один из счастливых годов, когда я закончил 10 класс и поступил в институт, у меня вот был этот рубежный переход, ты еще одной ногой в школе, где было так прекрасно, а другой ногой ты вроде уже во взрослой жизни, понимаете? Впереди вся жизнь. Да, впереди абсолютно вся жизнь. И я хоть и вижу уже тогда, вижу, без сомнений, вижу очень много вещей, которые меня раздражают, угнетают в этой системе, но она меня не давит так уж прямо сильно, знаете? Я думаю, что типа, ну, преодолеем мы как-нибудь это все, ну, знаете, с этим зарядом, так сказать, юности и счастья, которое у тебя впереди. Ну, а потом, наверное, и третий курс института, когда я вдруг попадаю в абсолютно счастливый оазис по-настоящему счастливых творческих людей, я имею в виду вот это Московская экспериментальная студия электронной музыки, где были Эдуард Артемьев, Владимир Мартынов, где было такое невероятное совершенно кипение творческое, которое вот, собственно, меня аж тогда и забрало к себе, понимаете? Тогда мне стало ясно, что я точно буду музыкантом. Точно, что бы ни случилось. Я буду музыкантом. Вот там это решение ко мне пришло. И это потрясающе было совершенно. Это, наверное, было, да, года через 2-3 после того, как я поступил. То есть 77-й примерно год. А вот опять же в интервью Захару вы говорили, что мы совок еще долго не живем. А сам Захар в уроках русского как-то сказал, что нужно бить линейкой за слово «совок», он вообще против. Он из другого поколения. Захар из другого поколения. Когда мы говорим «совок», то людям моего поколения, то есть 58-й год плюс-минус пару-тройку лет, совершенно понятно, что мы имеем в виду. И все понятны отрицательные коннотации, которые связаны с этим словом. Захар – поколение, ну, почти на поколение младше. Почти на поколение младше, у него совершенно другие коннотации с этим словом. Совершенно по-другому это слово воспринимает. Ну и вообще, он более советский человек, чем я. Да. Ну и что такое? А что, все должны быть равны?
А вот как вы относитесь к тому, что сейчас очень популярен социализм, как минимум в интернете? Даже вот много молодых людей прям хотят вот каких-то там Советский Союз 2.0, хотят возвращения, хотят вот и действительно в это верят. То есть много молодых людей к этому стремятся, что капитализм себя исчерпал, давайте вернем социализм. Конечно, он не будет уже таким, как был тогда, это уже будет, наверное, другой социализм, какой-то новый. А как вот вы оцениваете шансы возвращения социализма? Но я-то, помилуй бог, точно не ратую за капитализм, поэтому тут в этом смысле я не могу являться его полным антиподом. Понимаете, более того, мой любимый, очень уважаемый писатель Эдуард Артемьев, он же все время тоже топил за социализм. Но это какой должен быть другой социализм? Вот не тот, который мы называли совок. Вот если можно социализм представить без вот этого уничижительного и крайне негативного явления общим таким названием «совок», то это было бы здорово. Просто здорово это было бы. Это была бы гораздо более справедливая социальная система, гораздо более гуманная социальная система. Только вот я представить себе не могу, какая она. Понимаете? Не могу я себе представить, потому что капитализм мы видели и видим. Социализм мы, мое поколение, видели вот уж прямо по полной программе. Понимаете? А другой социализм, который мне бы казался привлекательной картинкой, я не увидел на протяжении всей своей жизни. Корея Северная? Ну нет, не надо, точно. Куба? Ну, у меня мой ближайший друг и соратник Абелардо, кубинский контрабасист, который как раз оттуда, с Кубы. Да что вы, когда мы с ним заговорили, поеду, да, типа на Кубу. Я его спрашиваю, Абелардо, а ты хотел бы вернуться на Кубу? Никогда в жизни. Понимаете? Да? Значит, Куба. Я ее не видел. Но потому, как вот я представляю себе, это тоже не то. А что тогда то? Какой тот социализм? Покажите. Или он чистой воды утопия? Если утопия, тогда, ну, наш разговор, ну, в смысле, этот вопрос, на него нету ответа. Потому что, как бы, как система, он тебе нравится, да, своей честностью, своим справедливым устройством. А как применение этой системы мы ни одной страны не видим и не знаем. Ну, вот сейчас поклонники левого движения скажут вам про Кубу, что... Ну, я точно не левый, поэтому тут... Они скажут, а вот Куба под гнетом США, и именно поэтому социализм там не оправдал себя. Это американцы виноваты, а так социализм... Я им сделаю вот так вот и скажу, ребята, ну не надо только. Вот. Учитесь плавать. Помимо программы, радиопрограммы, которую мы обсудили еще за кадром с вами, было еще движение, которая пропагандировала здоровый образ жизни и против наркотиков. И, как известно, очень много рок-звезд и погибло из-за наркотиков. А вот мне интересно, вот были бы эти шедевры, да, рок-музыки, если бы не наркотики? Все-таки это тоже такой допинг хороший. Состоялись бы Высоцкий или Цой, или кто еще? Ну, были бы, да, были бы вообще песенные шедевры без наркотиков, если мы говорим о конкретном поколении рок-н-ролла. Вполне вероятно, что и не было бы. Ну, или их было бы гораздо меньше. Потому что почти все западные ребята, кого мы называем сейчас самыми мощными артистами рок-эпохи, так или иначе были связаны с допингами. Ну, так или иначе. Ну, или кто-то на чем-то сидел и чаще всего от этого еще и умирал в конечном итоге. А вас это миновало, да? Вы не пробовали? Ну, в таком вот виде, вот как против чего я боролся, в первую очередь, это все-таки были тяжелые наркотики. То есть у нас было вот четкое определение, да? Но Кинчев на тяжелых как раз. Вот я говорю, вот меня, слава тебе, Господи, миновало. Вот прям, может быть, по касательной прошел.
но прошел. Вы знаете, счастлив, благодарен судьбе. Спасибо тебе, Создатель. Многих не миновало. Но вот про западных я вам сказал, ребят, но то, что в творчестве и в искусстве зачастую нужны допинги для мощных прорывов. Это факт. А это же уже нечестно. Это же не сам перед человек. Кем? Это что-то... Перед кем он уходит уже? Он. Рано или поздно он ушел. А то, что он сделал-то, осталось? С наркотиками, понимаете? Каждый может. Это без наркотиков попробуй сочинить. Это вот и было примерно то самое, что я пытался говорить тогда, когда были времена «Учитесь плавать». Но жизнь-то жестче. Она же вот показывает тебе, что не сидел бы Хендрикс на ЛСД одновременно с марихуаной, одновременно там еще с чем-то. Был бы ли он таким Хендриксом? Конечно, с другой стороны, мы можем сказать, а где же попа-часы? Ты попа-часы не сумеешь потратить, если ты на этом сидишь. Поэтому вот это и есть вечная загадка творчества и искусства вообще. Что остается после нас и какой ценой это было достигнуто? Если ты жил долго, то в конечном итоге ты все равно придешь к чистому образу жизни, потому что ты со временем поймешь, что искусство начинает лучше всего с тобой взаимодействовать, когда ты на чистых вибрациях. Но для этого надо долго пожить. До этого нужно попробовать на грязное. Ну, для этого ты пройдешь через это. Как уж ты пройдешь, это никто не знает. Но ты пройдешь через это. По крайней мере, этот искус очень часто или почти всегда возникнет на пути творческого человека. Но здесь мы с вами погружаемся уже в саму стихию творчества. Вы мало говорите о семье, вы оберегаете ее от журналистов. Но мне интересно вот ваше мнение. Вот есть такой рэпер Моргенштерн, известный. И он недолго побыл в браке, всего год, насколько я знаю. И он посвятил этому расставанию с женой песню. И там есть такая строка, что рок-звезда не может быть хорошим мужем. А вы хороший муж? Моргенштерн для меня еще слишком юн. Поэтому многие его максимы, которые кажутся ему или его слушателям этого же возраста, кажутся откровениями, для меня уже давно пройденный жизненный этап. А значит, соответственно, и полученные жизненные уроки. Понимаете, какое дело? Поэтому он еще много будет ошибаться в этой жизни. А я уже не имею права на такие ошибки. Или с каждым годом имею их все меньше и меньше, этих прав. Поэтому сейчас я вам могу с абсолютной или почти абсолютной уверенностью сказать, я очень хороший муж и очень хороший отец. Почему семейные ценности не в тренде сейчас? Семейные? Да, жениться не хотят не только мужчины, но и женщины. Думают, а зачем? Я сама зарабатываю, сама вот живу, сама себя обеспечиваю. Там для каких-то разовых историй всегда есть люди. А зачем обременять себя какими-то узами? Не знаю, платить госпошлину? Да, я понимаю. Боятся на себя брать ответственность, понимаете? Боятся брать ответственность. Отошли люди от Создателя. Очень сильно от него отпали. Это, к сожалению, веяние вообще времени нынешнего, вне зависимости даже от страны. Да, конечно, у нас больше это держат еще пока. Больше как бы нас... Консерватизма чуть больше. Да, больше нас Создатель, так сказать, пока оберегает, понимаете? И слава тебе, Господи! И этому надо всячески способствовать на всех уровнях, в том числе и на творческом уровне. Я уверен в этом совершенно. Но если мы вообще скажем про то, что творится сейчас в мире, то да,
тяжелый вот этот период нижнего цикла мы, к сожалению, проходим. Понимаете? И вынуждены, как человечество, его пройти. Это неизбежный закон. Поэтому почему это происходит? Мы здесь очень с вами долго могли бы говорить. Я вас уверяю, я знаю, почему это происходит, и готов это аргументированно и долго рассказывать. Но мы тогда с вами потратим просто нашу относительно... Я вам сказал, уже первый, я вам сказал, слишком далеко отпали от Создателя. Слишком далеко. Это это показатель этого цикла. Один из... А как привить желание молодежи вот брать ответственность? Только своим примером. Больше никак. Нету других, не существует других рецептов. Поэтому искусство так важно. Поэтому так важно, чтобы творческий человек все-таки, пройдя вот этот искус короткой дистанции, когда все отдал и умер. Вот чтобы он не все отдал, и чтобы он дальше продолжил жизнь. Потому что когда он дальше продолжит жизнь, то вот тогда-то он и сможет научать молодое поколение, если оно еще будет его слушать, если он еще ему будет интересен, этому молодому поколению. Ну или если ты все-таки уже семейный человек, вот своим примером ты должен и показывать. Другого нету, понимаете, просто нету. А вот вы говорите, через искусство, кино это тоже? Так, конечно, искусство в широком смысле, конечно. Ну вот сериалы, ну есть хорошие действительно сериалы, но вот на эту тему модный сейчас сериал «Amore mio» называется. Угу. И там про то, что герой спит со всеми, с кем хочет, и у него такая философия, то есть... Тот, кто ревнует, это у него низкая самооценка. Угу. Тот, кто хочет одного партнера на всю жизнь, это вчерашний день. То есть он проповедует вот это. Как вы считаете, вот такое нужно запрещать? Потому что это тоже пропаганда вот косвенная, а может быть даже прямая пропаганда вот такого образа жизни антисемейного, консервативного. Ну, мы с вами неизбежно придем сейчас тогда к вопросу о цензуре в искусстве. Понимаете? И опять-таки не сможем, разговаривая на эту тему, не сможем не проговорить о том самом Советском Союзе, где эта цензура была. Вот. Я скажу, наверное, не очень популярную вещь, но я искренне в этом убежден. Какая-то цензура в каком-то смысле необходима. Как она будет сделана, я не знаю. Но... Нужно каким-то образом ограничивать от пропаганды сугубо чуждых нам ценностей. Понимаете? Вот. Как это сделать, я не знаю, не очень себе представляю, хотя думал на эту тему. Сделать это, как это было в Советском Союзе, вот эти комитеты, знаете... Ну, это, конечно, неправильно. Это вообще какая-то порочная какая-то система, понимаете? Вот все равно порочная. Зато фильмы были светлые, добрые. Да, ну, я понимаю, но я говорю, все равно как система она была порочна, вот как она выглядела там. Но то, что нужно, чтобы как-то она была сделана здесь и сейчас, в то время... И в том месте, где мы живем, в России, в этом я все-таки убежден. Какая-то цензура нужна, и каким-то образом это нужно сделать. Я бы самые светлые умы бы подтянул к решению этой проблемы. Понимаете, не каких-то абстрактных чиновников, а вот именно прямо вот светлые творческие умы, но только любящие Россию обязательно. Это очень важно, чтобы это были вот не желающие побыстрее отсюда свалить или побыстрее набрать каких-то грантов и сделать какую-то очередную гадость, понимаете? Или просто чушь какую-нибудь. А вот, ну вот откровенно, я готов в это войти. Поверьте мне, у меня еще есть и силы, и возможности, да, и... Мне кажется, интеллекта моего достаточно. Но, конечно, вот нужно, чтобы это была группа единомышленников, облеченных определенными полномочиями.
чтобы они могли придумать эту схему. Я вот что имею в виду. Не внедрить ее, это уже должны делать другие, а придумать, как это сделать. Что такое любовь? Это бесконечное Божье чудо, которое человек пытается лучшими своими представителями на протяжении всей своей жизни, жизни человечества, объяснить и описать. Некоторым даже это удается, но все равно каждый раз, когда оно происходит с человеком, это чудо, которое ты не можешь рациональным образом объяснить. Оно, как удар молнии тебя пронзает, ты можешь точно сказать, что оно есть, но ты должен на него молиться, чтобы оно у тебя, во-первых, было, во-вторых, чтобы оно сохранилось, если оно уже есть. И чтобы оно пришло, если его еще нет. Потому что это самое великое чудо, которое может вообще произойти в жизни человека. Любовь. Настоящая. Ну и, конечно, вечная любовь – это любовь к своему Создателю. Во всех видах, так сказать, религий, любых абсолютно, в нашем православии так, в мусульманском так, в буддийском так и так далее. Но это уже высшая любовь, да? Это уже высшее понимание, которое чаще всего понимается после того, как ты осознал приход этой земной любви. А можно любить человека вот такой вот красивой духовной любовью, но при этом изменять просто ради каких-то плотских там историй с другими? Или это уже не любовь, если тебе хочется? Как ошибка можно. Как ошибка можно. Как правило, нет, конечно, естественно. Это может быть временное заблуждение, временное помутнение рассудка. И такие случаи описаны и в нашей литературе, и во всемирной литературе. Конечно, описаны. Человек очень сложное создание. Человек очень многосоставное создание, и более того, он сильно меняющийся на протяжении периода своей жизни, от юношества до окончательного старения. Очень много человек меняется, большой очень проходит путь внутренний. Поэтому, повторюсь, как заблуждение такое представить можно. Как осознанная позиция на протяжении длительного времени – нет. Это значит, что или это не любовь, или это не любовь, или это неправильно составленный человек. Ну, то есть человек с нарушенной какой-то внутренней системой координат. Сколько шансов нужно давать человеку, если он тебя предал, близкому человеку? Чтобы определить, вот эта система, а это ошибка. Один раз любящему человеку можно простить. Я думаю, да. Любящему и любимому. Но, наверное, уже не второй. Угу. Второй критический и решающий. А мне еще понравилось в интервью с Захаром Прилепиным, что вы сказали о возрасте, что вы думали, что вот когда вам будет там 50, то у вас вопросов к жизни уже не будет. Вы все поймете, вопросов меньше не становится. Вот сейчас, на данном отрезке своей жизни, вы на все свои вопросы ответили к жизни? Или у вас еще есть какие-то вопросы? И поняли ли вы, в чем ваша миссия? Зачем вы пришли в этот мир? Или еще пока в процессе? На самые главные вопросы, я думаю, что я все-таки уже ответил. Но мне уже не 50, а 64. А это большая разница, потому что там вот уже в том возрасте, начиная, каждая семерка при правильном развитии, она стоит двух предыдущих, а следующая – трех предыдущих. Ну, двух точно абсолютно. Поэтому 14 лет от 50 до 64 – это очень много, уверяю вас. Да, на самые главные вопросы этой жизни я ответил.
Зачем я пришел в эту жизнь или меня привел Создатель, я понимаю. Зачем? Это я не могу вам сказать. Это более сложный вопрос. Я понимаю, но не могу это сказать, походя в одном коротком ответе. Это не получится просто. Максимум, что могу вам сказать, для того, чтобы как можно лучше подготовиться к следующей инкарнации. Потому что в этой, боюсь, что вот окончательно я не решу весь свой духовный вопрос, но близко к этому подойду точно. Или уже подошел. Поэтому очень надеюсь, что следующая инкарнация мне позволит проще и быстрее пройти через необходимые этапы и раньше выйти к этому пониманию. А значит, и раньше завершить свою земную миссию. Понимаете? А если верить, опять же, в реинкарнацию, вот как вы считаете, вы зрелая душа или молодая? Я уже зрелая душа. Сколько? Да, вам? Конечно. Я, конечно, зрелая душа. Но я родился как духовный человек, если мы считаем по семеркам, а я отсчитываю себя по семеркам, то есть по семилетиям. Соответственно, когда мне исполнилось 63 года, то это 9 семилеток. То есть я родился как духовный человек 9 месяцев вынашивания плода женщины. Я родился как духовный человек. И сейчас все отпущенное мне дальше время – это время развития духовного человека. Самое-самое ценное время, которое есть в жизни каждого человека. Вот я благодарен Создателю, что он меня довел до этого времени. А вот сколько мне сейчас отпущено, очень сильно зависит от того, как я правильно использую вот это оставшееся время. Что бы вы сделали в свой последний день жизни, если бы вы знали вот завтра все? Чем вы занимались бы, с кем общались, что ели, возможно? Вот ваш последний день. Самое главное, одно из самых мудрых, что Создатель с нами сотворил, это незнание нашего будущего. Да, мы должны быть готовы, но мы почти никогда не знаем наш последний день. Поэтому не в последний день надо спрашивать, что ты делаешь, а каждый день проживать, как будто он может быть твоим последним. Понимаете? И тогда ты совсем по-другому будешь жить. Если ты проживаешь каждый день, стараешься прожить так, как будто он может стать последним, то ты и будешь делать самое важное, что тебе нужно делать в этой жизни. Понимаете? Тогда все суетное ты просто откинешь. Оно тебе будет не нужно, потому что а вдруг он последний? А многие люди не думают об этом, они живут, так, как будто у них 10 жизней. В этом и есть мудрость жизни. Не должен молодой человек об этом думать. Он должен жить на всю катушку, понимаете? Он должен любить, он должен делать ошибки, он должен обязательно развиваться через какие-то преодоления, через какие-то неизбежные потери. Это и есть жизнь сама. То, что ты вот так понимаешь, как я вам сейчас сказал, для этого надо прожить большую часть жизни, да еще и к тому же правильно ее прожить. Понимаете? Ты должен заслужить то, чтобы потом вот так рассуждать, как я рассуждаю сейчас. Это только если ты правильно ее прожил, ты сумеешь в каком-то возрасте. Вспоминайте всегда мои 9 семерок, потому что даже если когда они не четко совпадают, все равно это близкое число. 9, 7, 63, там может быть 64, 65, может быть 62, 60, но это вот это все равно близко. Я вам точно говорю, абсолютно, это законы мироздания, это не то, что я придумал, абсолютно, точно. Так вот, если ты к этому времени не придешь, к тому, о чем я вам сейчас говорю, значит, ты жил неправильно. Значит, ты не осуществил главное, ради чего ты пришел вообще в эту жизнь. Что спасет мир? От цикла ничего. Ничего его не спасет. Никакие усилия не могут изменить законы мироздания.
Если мы сейчас находимся в определенном этапе завершения цикла, а мы в нем находимся точно, вопрос в том, сколько он продлится. Этого не знает никто, а тот, кто знает, об этом молчит. Даже если есть на земле тот, кто это знает, он этого не скажет. У него обет молчания, он не имеет права этого говорить. Поэтому каждый человек должен сам предполагать. Но если этот цикл должен закончиться скоро, вот этот, финальный, чтобы начался новый, вот, то ничто не сможет остановить. Никакие персональные действия отдельных, даже самых харизматичных, самых пассионарных людей в общем развитии цикла ничего не изменят. Но это никоим образом не значит, что ты сам лично не должен ничего делать. Ты все равно должен жить так, как будто ты живешь в самом рассвете жизни человечества, в самом рассвете жизни человеческого цикла. В этом и есть главная мудрость. Понимаете? Ты, зная, что ты ничего не сумеешь изменить, все равно должен жить по максимуму правильно. Потому что твое личное участие так или иначе все равно отражается на потом, на следующих циклах. Инкарнация. Понимаете? Она же не только отдельного человека. Она же инкарнация всего человечества. Ну, состоящего из отдельных людей, понятно. Поэтому, чтобы поддерживать карму человечества, каждый человек должен жить по максимуму справедливости. Как же, братик мой, солдатик, смог ты все забыть? Теперь меня ты на геляку, как воды попить. Как вышло так, скажи, братуха, повело тебя? Пустил ты в дом к себе гадюку трехголового червя. Ты забыл, братан, себя, ты забыл людей. Тебе вспомнится Ленинград и Хатынь. Ты забыл, Колян, забыл, как дед Матвей под Прохоровкой гадину давил. А ветер песню пел в степи, пронизывал. Ой, ты, маты, Украина, как же так? Долго будем мы ту рану зализывать, только видно, вот рубец не убрать. А в синем небе, брат, два голубя белые, это души наши колька понеслись. Что же мы с тобой, братишка, наделали? Может быть, Господь отпустит, простит. Что же мы с тобой, братишка, наделали? Может быть, Господь отпустит и простит.